Привет, друзья! Вступайте в клан Совпати Дрю, прием с нуля трофеев. Вступайте в этот клан и вводите его в топ. Теперь переходим к ролику. Дорогие друзья, всем привет! С вами я, Совпати Дрю, мой брат. Всем привет! И этот, как его там, гонщик нелегальный. И сегодня... Не надо мешать ролику. Вот, друзья, сорян за постоянные звуки на заднем фоне, просто мы сейчас не одни, вот. Все, забираем сейчас боксик, забираем. И мы забрали боксик. И почему-то меня лупит мой брат, я не знаю почему. Ну, почему-то он меня лупит. У меня уже две баночки. Вот такой режим. Короче, это, знаете, типа... Мини-режимы. Три мини-режима мы решили записать. Поэтому вот так вот. Ты не король, ты лох. Вот. И сейчас забираем Тика с вами. И у нас уже 6 баночек сейчас будет. 6 штучек. А мне ты не хотел дать себе? Неблагодарная эта жопа. Вы там что ли это... Бота убиваете? Да, бота последний. А что там за бот? Кто? Брок я нет. Я тут, у меня 6 банок. А, давайте у меня 6 тоже будет. Серга, не подбирай. У меня 6 банок. Все, да, центр. Серга, и ты нам говоришь, на счет 3 мы начинаем бежать. Я тебе показываю. Иди сюда, Совпати. Сюда, Совпати. Смотри, мы, короче, бежим. Вот смотри, вот с того места мы бежим вот сюда. Вот бежим, 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 бежим. И здесь оббегаем. Смотри, подожди. Мы здесь оббегаем, смотри, подожди, вот здесь оббегаем, но я чтобы побыстрее было. Вот здесь оббегаем, убегаем, убегаем, да. Убегаем и прибегаем вот сюда. Только бежим. Угу. Погнали. Так, что мы должны делать? Мы должны бежать, я покажу все. Подожди, вставай. А у меня ульты нету, у меня ульты нету. Без ульты. А почему у вас ульта есть? А ну ладно. Давай, просто. Вставай, где я? Вставай, где я? Раз. Давай, раз, два, три. Вот сюда надо бежать. Ай! Серга не бежит. Ладно, даю тебе фору, ты можешь меня ультей догнать. Я? Да. Можешь меня ультой догнать. А ты неправильно сделал, надо было с другой стороны. Ты должен меня бежать будет. Ну, короче, это было немного наркоманство, теперь либо динамайки, либо перестрелка. Серга выбирает. Так, Макар. Макар. Нет, берем Файбер. Файбер. Макар кидает не запрос. Макар, иди в жопу. Погнали, ты Пайпер взял? Пайпер, сказали, динамайк. Он сказал Пайпер. Ой, говно карта для Пайпер. Ой, здорово. Здорово. Кстати, банки берем по 3. Не, давайте по 4. Не, давай. Ты не бери банку. Иди сюда. Иди сюда. Сейчас. Не бери. Нефиг было ходить. Ты что, меня убил? Потому что у нас же Серга не понимает, что банки ему брать не надо. Я тебе скажу, зачем ты вообще Пайпер взял? Вы судья. Ну я судья, я понял. А зачем ты банки купил? Ну я чтобы вас взял. Мы сами можем. Суть. Ой,
пацаны, сейчас возьму себе подушечку и буду как король лежать здесь. И получать кайф. Поэтому ставьте лайк, если у вас тоже такой, блин, стайл. Чё? Такой вот стайл. То вы тоже любите этот всякую такую дичь. И я ложусь и буду сейчас получать кайф. Всё, нажимаем, готово? Всем все равно, все и так знают, что кэшбэк. Все и так знают кэшбэк. Я все взяли эту пассивку. Ну, может быть, не все, но я взял. А, меня Брок убил, капец. Брока пассивочка же поджигается, какие-то. Я две баночки подобрал. Ты не против, если мы тогда с ним попить? Давай. Мы с тобой перестреливаемся, давай по 4 банки. Нет. Всего 4 банки. А, можно 4 банки там убрать? Всего, да. Даже мне, правильно? Да. Потому что ты со мной батлишь. Сколько ты подобрал? Еще 5 подобрал? 4, конечно. Да блин, ну минус я, ну конечно. Ух ты, блин. Хватит уже пить, Серый. Ну ты портишь ролики всегда. Понимаешь, мы будем скоро записывать смешные моменты, тогда там можно всякую дичь творить. Когда мы будем записывать... Пацаны, кстати, если хотите неудачные дубли или смешные моменты, пишите. Мы будем специально делать какие-нибудь моменты, которые, типа, либо вырезать, либо специально делать, типа, хватит режим дописывать, говорить всем привет, и, наверное, тупить и бомбить, типа, ну, типа, смешные моменты, чтобы были. Поэтому ждите. Ну, фон что-то отключили, я не знаю почему. Фон такой крутой был, музон. И лето что не закончилось, и уже, не знаю, фон отключили. Я, кстати, вижу, тебя вот, у меня 4 банки, это размер из двоих. Тебе 4 банки? А. Так у меня тоже 4 банки. А ты нашел? У меня не 4, у меня пока что 2. Дина забрал мою. Банку. И Бо забрал Дина. По 4, да? Угу. Я 4 взял. Надо Бо убить. А все, у тебя 4, да? Ты видишь Бо? Надо его убить. Да, надо его убить! Я убил. Да. Ты молодец. Может, заново? Или так оставим? Так. У меня уже подгорает. Мы пытаемся записать, у нас не получается. Кстати, мы еще будем ширить пассивку, проверять дубль 2. Как этот ролик мы будем называть? Лол, кек, чебурек. Жопа раздирательный. Давай, помогай мне. Спасибо. Ты его убил? Не попал. Пацаны, я уже 5-ю взял. Не знаю, как вы. Что уже... делать? Блин, у меня вообще... Зачем тебе это банки? Два бота осталось. Два бота. Ой, я еще одну банку. И я тоже. Но я не буду подбирать. Потому что у меня и так 5. А что мне делать, что у меня банка? Вон иди. Тут Бо есть. Тут Бо есть. Тут Бо есть. Я Ниту убил, иди ко мне. А! Там тут Бо, блин. Я чуть не сдох от Бо. Да? Да. Ну все, иди на центр пока. Тебе сколько? А ты сдох? Ты случайно 7 подобрал. Ты сдох? Я 7 подобрал. А-а-а, я думал, Серега сдох. Не бери, там сверху одна есть. Я их забрал. Случайно. Я не заберу уже их, а не въеду. Ну что, давай. Подожди. Чего? Подожди, не убивай. Ты где?
тебя. Все, давай, раз, два, три. А, у тебя пассивка с кустами, а у меня пассивка, то, что она дальше стреляет. Пам. Ну это нечестно, автострельбой стреляет. Я не автострельбой стреляю, я стреляю наводкой. Все, друзья, думаю, на этом можно закончить ролик. Уже идет 10 минут. Следующий ролик будет про что? Спасибо всем за просмотр. Это был наркоманский ролик. Но поставьте, пожалуйста, за него лайк.